Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Сельхозтоваропроизводители Карачаево-Черкесии могут получить господдержку на возмещение части затрат на производство овощей и картофеля. В населенных пунктах республики ведется масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения. В 19 школах региона в рамках проекта «Модернизация систем общего образования» будут созданы современные центры детских инициатив. И Карачаево-Черкесия в тройке популярных маршрутов для летнего хайкинга в России. Далее подробно об этих и других темах. В Доме правительства республики состоялось заседание Совета по технической защите информации при главе Карачаево-Черкесии. Участники мероприятия рассмотрели актуальные вопросы состояния информационной безопасности Карачаево-Черкесии, проблемы обеспечения защиты государственных систем, а также повышение уровня обеспечения безопасности единой корпоративной сети регионального правительства. Масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения ведется в сельских населенных пунктах республики. В 2019-2020 годах построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году в эксплуатацию сдали Ирсаконскую врачебную амбулаторию, капитально отремонтировали ФАП в Бавука. Начат капитальный ремонт Малокарачаевской районной поликлиники, которая будет сдана до конца этого года. В текущем году по программе развития первичного звена здравоохранения в регионе началось строительство и капремонт еще 5 объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах. Кроме того, в этом году будет построен фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Фроловском по просьбе его жителей. Действующий ФАП расположен в постройке 1970 года, и вместо его реконструкции принято решение о строительстве нового объекта здравоохранения. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая отсрочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября текущего года. Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами? Об этом расскажет начальник экономического отдела отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаево-Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение – принести в офис, либо направить через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик – кредитные каникулы или реструктуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей, для автокредитов 700 тысяч рублей и для кредитных карт 100 тысяч рублей. Жители Карачаево-Черкесии, которые занимаются развитием личных подсобных хозяйств и официально зарегистрированы как самозанятые, получат доступ к господдержке в виде субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию овощей и картофеля в рамках нового федерального проекта развития овощеводства и картофелеводства. Новый федеральный проект стартует 1 января следующего года. Размер субсидий для конкретного человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема произведенной и реализованной продукции. Отметим, что получить субсидию могут сельхозтоваропроизводители при предоставлении первичных документов, подтверждающих затраты и реализацию своей продукции. Карачаево-Черкесское отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт» поддержало инициативу о создании благотворительного фонда в поддержку бойцов ДНР и ЛНР.
Акция по сбору помощи бойцам народных республик стартовала совсем недавно и за считанные дни показала, как много неравнодушных людей в России. Военнослужащие уже получили первые партии квадрокоптеров, бронежилетов, рации, спальников, обуви и медикаментов. Среди участников проекта множество волонтеров. Проект объединит в себе усилия блогеров, артистов и спортсменов, а также военных репортеров, работавших в зоне проведения спецоперации. Общероссийский народный фронт и региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» создали в социальной сети ВКонтакте интернет-площадку «Ярмарка 09», которая призвана помочь предпринимателям и жителям Карачаева-Черкесии в продаже и покупке услуги товаров. Каждый желающий может оставить заявку на странице сообщества и совершенно бесплатно продвигать с ее помощью свой товар, рассказывает глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Людмила Капушева. Возникла идея сделать площадку для тех, кто живет в КЧР, чтобы мы могли найти друг друга. Те, кто ищет продукт некий, эксклюзивный, и те, кто производит эти продукты. Прежде всего, это именно для тех, кто потерялся из старых, будем говорить, соцсетей. И так как наиболее развивающейся, наверное, площадкой сейчас является ВКонтакте, очень многие люди зарегистрировались заново, либо вернулись в эту соцсеть, было решено сделать эту площадку именно ВКонтакте. Нашлись активисты, люди, которые нас поддержали, СММщики, SEO, продвигающие этот продукт, и они готовы, в общем-то, тоже помочь с точки зрения рекламы, таргетинга и так далее, и так далее. В Карачаевске продолжаются и масштабные строительные работы по благоустройству общественной территории «Зеленый остров». Она пользуется большой популярностью и является излюбленным местом у жителей округа, которые проводят здесь свой досуг, отдыхают вместе с семьями. Уже в текущем году она предстанет перед жителями полностью обновленной. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 5,5 гектаров. Напомним, в прошлом году Карачаево-Черкесия с проектом по благоустройству общественной территории «Зеленый остров» в Карачаевске стала победителем конкурса «Малые города. Исторические и сельские поселения». Город получил грант в размере 70 миллионов рублей. Предусмотрено также софинансирование из республиканского и муниципального бюджетов. В рамках реализации проекта на территории «Зеленого острова» на набережной реки Тиберда планируется масштабное благоустройство. Здесь будут построены тротуарные дорожки, подъездная дорога, автомобильная парковка, установлены лавочки, урны, проведены инженерные коммуникации, освещение и пройдут работы по озеленению. На территории зоны отдыха появится горный креативный кластер с туристическим центром, спортивные, детские, игровые площадки. Кроме того, за счет частных инвестиций будет построено кафе на 105 мест и установлены павильоны. А в центре Усть-Джигуты в 2024 году планируют создать современный парк отдыха и развлечений общей площадью порядка 5 гектаров. Проект разрабатывается на основе запросов горожан, бизнеса, властей и социально-культурных учреждений, их идей и предложений. Благодаря благоустройству и современным архитектурным решениям объект станет местом притяжения для жителей всех возрастов. Здесь планируется установить детскую площадку рядом с новым семейным кафе и создать зоны отдыха. На центральной площади города, прилегающей к парку, появится фонтан в этническом стиле. Запланировано также озеленение, обустройство точек продаж питания, место для торговли и выставок и, конечно же, зоны Wi-Fi. Площадку адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В период с 6 по 23 июня Росстат проводит выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. Оно основано на выборочном опросе с периодичностью 1 раз в 5 лет во всех субъектах страны с охватом 15 тысяч домохозяйств. В Карачаево-Черкесии обследование пройдет в домохозяйствах в 5 населенных пунктах – Черкесске, Тиберде, селе Хасаут-Греческом Зеленчукского района, ауле Зиюка Хабесского муниципального образования и селе Красный Восток Малокарачаевского района. Наблюдение будет проводиться методом опроса членов семей по месту их проживания. В опросе будут задействованы интервьюеры, прошедшие специальное обучение. При себе у них должно быть специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Опросу подлежат один из дееспособных членов домохозяйства, женщина в возрасте 18-44 лет или мужчина в возрасте 18-60 лет. Помимо вопросов о домохозяйстве, программа выборочного наблюдения включает в себя
общие сведения о респонденте, брак, рождение детей, мотивы рождения детей, помощь семьям с детьми, жизненные цели и ценности, а также условия жизни. Спрашивать будут о брачных отношениях, бытовых условиях, о рождении детей и мерах демографической политики, которые помогли семьям. Полученные от населения сведения строго конфиденциальны и не подлежат разглашению. Первая на Северном Кавказе школа креативных индустрий откроется в Карачаево-Черкесии при содействии Министерства культуры. В ней дети от 14 лет смогут раскрывать свои таланты и пробовать себя в самых разных направлениях искусства, рассказывает министр культуры региона Зураб Агирбов. В рамках школы креативных индустрий в первую очередь учиться будут дети, школьники, талантливые, способные к различным видам современных искусств. И мы будем их обучать, как овладевать навыками, которые сейчас востребованы на рынке. В 19 школах республики в рамках проекта «Модернизация системы общего образования» организуют современные центры детских инициатив. Данная федеральная программа предусматривает капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций. Ключевая идея – построение открытой образовательной среды как целостной системы, способствующей развитию школы и успешной социализации ученика посредством его самоопределения в современном информационном обществе. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Twill.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах страны самые интересные маршруты для горных походов. Более 30% опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга. На втором месте Алтайские горы – это 27%. Бронзу в рейтинге самых интересных маршрутов для несложных походов получили маршруты в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Как мы уже сообщали, архызская сосна борется за звание «Российское дерево года». Проголосовать за 200-летнее дерево можно на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» до 1 августа. Сосна обыкновенная, высотой 30 метров, растет на поляне Таулу в окрестностях села Архыз. Конкуренцию ему составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Номер архызской сосны на сайте для голосования 22. Фестиваль воздушных шаров, который посетят более 100 тысяч зрителей, планируется провести в Карачаево-Черкесии в рамках празднования столетия региона. Об этом и других мероприятиях, которые пройдут в этом году, сообщил министр туризма и курорта в республике Расул Тикеев. Мы основной упор делаем на событийный туризм, проведение мероприятий, посвященных столетию. Мы планируем проведение таких мероприятий, как фестиваль воздушных шаров на территории региона. Место, время на сегодняшний день в проработке. Также планируем большой фестиваль северокавказской кухни под наименованием «Кунак», где будут представлены все кухни народов Кавказа, будут проведены гастрономические шоу и ряд других мероприятий. Вот буквально мы, кстати, недавно, вот обращаясь к радиослушателям, прошу всех принять участие в конкурсе граффити. По дороге на курорты, в частности Архыз, есть у нас опорные стены, так называемые, вот, где будут нанесены лучшие отобранные рисунки мастерами граффити, что, конечно, придаст такие приятные впечатления нахождения на территории. С 4 по 18 июля в картинной галерее Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Марии Байчоровой пройдет республиканская выставка-конкурс работ самодеятельных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». В мероприятии примут участие самодеятельные мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства, модельеры, дизайнеры и реставраторы национальных костюмов. Посетители смогут ознакомиться с технологическим процессом создания изделий народных художественных промыслов. Ну и последняя информация. Команда Карачаево-Черкесии по легкой атлетике заняла второе место во втором этапе 9-й летней спартакиады учащихся России и завоевала путевку в финал, который пройдет с 22 по 24 июля в Челябинске. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.